Че? Куда собрались? Так, на балкон спать? Какой балкон? С твоим анурезом? Мам, с каким анурезом? А это у тебя че? Так это я только что чай пролил. Чай! Он, Любка, у меня всегда такой. Навалит кровать и говорит, я печеньку раздавил. Или на кота все свалит, а у нас кота-то отродясь не было. Да и печенье я ему не покупаю. Нельзя ему. А в детстве все так делают. В каком детстве? Вчера. Ладно. Идите в комнату. Я вам там постелила. Ложитесь. А почему здесь так много фотографий твоей мамы? А ты Сережка развесил? Говорит, хочу, чтобы мамочка всегда рядом была. А я ему говорю, Сережа, ты чего? Ты уже взрослый. А он говорит, нет. И точка. Очень сильно меня любит. Ладно, пойду я. Спокойной ночи. Ой. Хорошенькая. Самую лучшую выбрал. Здесь у меня глаза добрые. Кристиночка, вот все эти фотографии, я вот честное слово... Сережа! Что? А ты не помнишь номер тети Гали из Новгорода? Мам, какой Новгород? 12 часов ночи. Так это, может, у них там час назад? Сейчас, видишь, что в мире творится? Ничего не поймешь с этими поясами. Я со своим-то разобраться не могу. То 120, то 90, то 120, то 90. Ладно, спите. Ты, кстати, Любка тоже за поясом-то следи. А то мне внуков-то рановато. Спокойной ночи. Сережа! Да что? Сережа, иди быстрее сюда! Да быстрее! Что случилось? Да ты бы еще час шел. Там в рекламе актер был, так мне нравится, всю фамилию его забываю. Ты бы его точно вспомнил. Ладно, иди, что толку от тебя. Спокойной ночи. Сережа! Да что? Ну что? Слушай, я сейчас вот посмотрела, столько всякой заразы половым путем передается. Ужас. Ты загугли. Почитай, загугли. Хорошо. Слышишь, обязательно загугли. Сережа! А? Ты загуглил? Да блять, загуглил. О! Доброе утро! Ну чё, выспались? А, у нас всегда хорошо спится. У нас атмосфера такая благоприятная, Любка.